Аффирмация Луизы Хей. Мои родители гордятся мной. Мои родители поощряют меня. Я люблю себя. Я умная и сообразительная. Я талантлива и творчески одарена. Я всегда здорова. У меня много друзей. Я умею любить. Я нравлюсь людям. Я знаю, как зарабатывать деньги. Я умею экономить деньги. Я добрая и любящая. Я потрясающая личность. Я умею заботиться о себе. Мне нравится, как я выгляжу. Я любимое и желанное дитя. Мои родители меня обожают. Я довольна своим телом. Я вполне хороша. Я заслуживаю всего самого лучшего. Я прощаю всех, кто когда-либо обидел меня. Я прощаю самого себя. Я принимаю себя такой, какая я есть. Я не слишком велика и не слишком мала. Мне не нужно никому доказывать, кто я есть. Я знаю, что являюсь совершенным и уникальным воплощением жизни. И я самодостаточна. Мне принадлежит вся жизнь. Мне не нужно бояться, чтобы стать лучше. Сегодня я люблю себя больше, чем вчера. Я лелею себя. Я сияю радостью и красотой. Я питаюсь любовью, и она окрыляет меня. Чем больше я люблю себя, тем больше я люблю людей. Я с радостью осознаю свое совершенство. Я молодая и красивая в любом возрасте. Я помогаю обществу действенными и продуктивными способами. Я несу ответственность за мое финансовое положение, за мое здоровье и за мое будущее. Я пользуюсь уважением всех, кто меня знает. Я почитаю и уважаю детей и взрослых в моей жизни. Я почитаю всех старых людей в моей жизни. Каждый мой день наполнен смыслом. Каждый день я обдумываю новые и разные мысли. Вся моя жизнь – это великолепное приключение. Я готова открыто встретить любое событие, которое предлагает мне жизнь. Моя семья оказывает мне поддержку, и я поддерживаю мою семью. Меня ничего не ограничивает. Впереди у меня целая жизнь. Поздние годы в моей жизни драгоценны для меня. Я отстаиваю свое мнение, и меня слышат общественные лидеры. Я нахожу время, чтобы поиграть с ребенком внутри меня. Я медитирую, хожу на прогулки, любуюсь природой. Я люблю проводить время в одиночестве. Я часто смеюсь. Я не держу в голове задних мыслей. Я думаю о том, как помочь исцелить планету, и осуществляю задуманное. Мне принадлежит все время в этом мире. Мои поздние драгоценные годы. И я с радостью провожу каждый уходящий год. Мои знания расширяются, и я полагаюсь на свою мудрость. Я чувствую, как ангелы охраняют каждый мой шаг. Я знаю, как жить. Я знаю, как оставаться молодой и здоровой. Мой организм постоянно обновляется. Я полна жизненных сил, здоровья, энергии, оптимизма и остаюсь такой до последнего дня. Меня не тревожит мой возраст. Я создаю такие взаимоотношения, которые хочу иметь. Я создаю себе необходимое финансовое благополучие. Я знаю, как стать победителем. Мои поздние годы драгоценны для меня. Я, как могу, вношу свой вклад в жизнь. Я знаю, что со мной отныне и навсегда прибудет любовь, радость, покой и бесконечная мудрость. Я люблю ту еду, которая полезна для здоровья. Я люблю каждую клеточку своего тела. Я с нетерпением жду здоровой старости, потому что забочусь о своем здоровье прямо сейчас.
Я постоянно ищу новые пути для оздоровления тела. Я возвращаю свое тело к оптимальному состоянию здоровья, обеспечивая его всем, что необходимо. Я свободна от боли. Я полностью синхронена с ритмом жизни. Происходит исцеление. Я освобождаю свои мысли от проблем и позволяю разуму своего тела заняться исцелением естественным путем. Мое тело делает все возможное для сохранения отмененного здоровья. Мое тело делает все возможное для сохранения отменного здоровья. Моя жизнь сбалансирована. Работа, отдых и развлечения всему свое время. Я счастлива, что живу сегодня. Мне посчастливилось прожить еще один замечательный день. Я не боюсь просить помощи, когда это необходимо. Я всегда выбираю квалифицированную медицину, которая соответствует моим потребностям. Я доверяю своей интуиции. Я всегда прислушиваюсь к внутреннему голосу. Я сплю здоровым, крепким сном. Мое тело ценит мою заботу о нем. Я люблю все то, что помогает сохранить отличное здоровье. Здоровье – это мое божественное право. Я могу претендовать на него. Часть времени я помогаю другим. Это полезно для здоровья. Я благодарна за здоровое тело. Я люблю жизнь. Только я могу контролировать свои пристрастия в еде. Я всегда могу отказаться от чего-либо, если я вольна в выборе. Вода – мой любимый напиток. Я пью много воды, чтобы очистить душу и тело. Самая короткая дорога к здоровью – быть исполненным радостными мыслями. Мысли о хорошем – залог отличного здоровья. Я нахожусь в гармонии с частью своего «я», которая знает секреты исцеления. Я дышу полной грудью. Я вдыхаю саму жизнь. Я полна энергии. Мое сердце открыто. Через прощение я постигаю любовь. Сегодня я прислушиваюсь к своим ощущениям. Я в гармонии с собой. Я знаю, что мои чувства – это мои друзья. Прошлое осталось позади. Прошлое больше не властно надо мной. Настоящий момент создает мое будущее. Совсем не весело быть жертвой. Я отказываюсь быть беспомощным. У меня есть право на собственную силу. Я делаю себе подарок. Освобождаясь от прошлого и с радостью принимая настоящее. Я получаю помощь, в которой нуждаюсь, из разных источников. Лучшая поддержка для меня – это сила духа и любовь. И я готова для исцеления. Я могу просить. Все хорошо. Я могу прощать, любить, быть добрым, мягким, и я знаю, что жизнь любит меня. Когда я совершаю ошибку, я осознаю, что это только часть процесса обучения. Через прощение я достигаю понимания. Я испытываю сострадание ко всему, что меня окружает. Каждый день – это новая возможность. Вчера исчерпала себя и осталась в прошлом. Сегодня – новый день моего будущего. Я знаю, что ошибки больше не ограничивают меня. Я с легкостью освобождаюсь от них. Я люблю и принимаю своих близких такими, какие они есть. Я прощаю свое несовершенство. Я выбрала для себя лучший путь в жизни. Я не могу изменить другого человека. Я позволяю другим быть самими собой. И я люблю себя за то, кто я есть. Сейчас безопаснее для меня освободиться от всех детских травм и начать любить. Я знаю, что не могу брать ответственность за других людей. Мы все во власти собственного сознания. Я возвращаюсь к основам жизни. Прощение, смелость, благодарность, любовь и юмор. У каждого человека, которого я встречала в жизни, есть чему поучиться. В совместном существовании у нас есть цель. Я прощаю всех за старые ошибки и отпускаю их с любовью. Все изменения, которые предстоят в моей жизни, только позитивные. Я в безопасности. Удачи вам в работе над собой. И если вы хотите услышать больше аффирмаций,
Просто подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и до встречи в следующем видео.